Тверской области с двухдневным рабочим визитом находится команда институтов развития во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ-РФ Игорем Шуваловым. В программе визита осмотр действующих и презентация перспективных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили Морозовским казармам в Твери. Все подробности в первом материале выпуска. Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа 19-20 веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Но сегодня для постоянного проживания эти дома практически непригодны. Игорь Шувалов и губернатор Игорь Рудыни посетили историко-архитектурный комплекс, осмотрели территорию, ключевые объекты, бизнес-центр «Этажи», который в настоящий момент приспособлен под офисные помещения, а также посетили жилой дом «Париж». Правительством региона совместно с государственной корпорацией ВЭБ-РФ планируется реализация проекта реновации этой территории. Она предусматривает комплексное развитие Морозовского городка, создание в нем современной городской среды, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры. Первоочередная задача – расселение собственников и арендаторов из жилых помещений в домах по улице Двор Пролетарки. Мы в течение месяца будем формировать дорожную карту и уже выходить, финализировать договоренность. Первое – это будем заключать коллективное комплексное соглашение с жильцами на переселение из Морозовского городка в квартиры, которые будут построены специально для этих целей, либо приобретены с рынка, но, скорее всего, это будет построено на территории города Твери. И второй этап – это передача уже, так сказать, с всеми юридическими обоснованиями корпорации ВЭБ, либо консорциуму этих зданий для развития вот этой, так сказать, новой современной территории. Председатель Внешэкономбанка отметил, что эта территория может стать деловым центром Твери. Мы со своей стороны, если проблема по переселению жителей будет решена, мы готовы полностью участвовать в том, чтобы заняться редевелопментом этой территории. Это очень интересный район, если за него взяться комплексно, который даст, если можно так сказать, основание нового благоустроенного центра города. И вместо того, чтобы вот мы видели исторические здания в разрушенном состоянии, это может быть один из лучших в стране, даже я бы сказал, проектов по созданию современной городской среды в старых промышленных районах. За несколько десятилетий впервые предприняты реальные шаги по решению нерешаемой проблемы Морозовского городка.